История создания конвертоплана EW609 – это захватывающий эпос, растянувшийся на более чем два десятилетия, полных побед и неудач. Начав свой путь в 2000-х, проект столкнулся с множеством препятствий, включая трагическую аварию в 2015 году, задержки и многочисленные технические вызовы. Однако, несмотря на все трудности, инженеры компании Bell Helicopters и Augusta Westland, используя наработки по проекту 1515, создали настоящий шедевр. EW609 – это уникальный гибрид, сочетающий преимущества самолета и вертолета. С крейсерской скоростью 500 км в час и дальностью полета до 1600 км, он может выполнять самые разнообразные задачи. Два турбовальных двигателя мощностью 1940 лошадиных сил каждый приводят его в движение, обеспечивая возможность перевозить до 12 пассажиров или 2500 килограммов полезного груза. Этот конвертоплан идеально подходит для поисково-спасательных операций, благодаря внутренней грузоподъемности около 6 тонн и максимальной высоте полета 7620 метров. Экипаж состоит из 2 человек. Многолетняя разработка конвертоплана EW609 компании Leonardo приближается к завершению. Недавно аппарат успешно прошел испытания взлета и посадки с борта итальянского авианосца Cavour, подтвердив свои уникальные характеристики. Этот этап был тщательно подготовлен с использованием передового виртуального тренажера, что позволило точить все маневры и минимизировать риски. Отработка на симуляторе помогла оценить и оптимизировать маневры, впоследствии выполненные в реальной жизни. На военно-морской базе Maristair Grottali в МЭС Италии с борта авианосца, находившегося примерно в 20 морских милях от берега, EW609 прошел серию тестов в различных условиях, включая сильные ветра и сложные маневры. Отработка включала вертикальные взлеты и посадки, а также боковые заходы на посадку, демонстрируя впечатляющую управляемость и устойчивость конвертоплана. Работа с авианосца представляет особую сложность из-за непредсказуемости ветров и других экстремальных факторов. То, что конвертоплан успешно справился с этими задачами, демонстрирует впечатляющую управляемость и устойчивость EW609. Конвертопланы, сочетающие в себе преимущества самолетов и вертолетов, имеют большой потенциал для военного и гражданского применения. Однако их разработка остается технически сложной задачей. Успешные испытания EW609 с борта авианосца Cavour подчеркивают прогресс, достигнутый инженерами Леонардо, и приближают момент, когда эта уникальная машина может быть принята в эксплуатацию. Конвертопланы, такие как EW609, обещают революционизировать авиацию, предлагая гибридные возможности как для военного, так и для гражданского применения. Успешные испытания с борта авианосца Cavour – это не только важная веха в истории EW609, но и свидетельство стремительного прогресса в области авиационных технологий, приближающее нас к новому этапу в развитии аэрокосмической индустрии. Не забудьте поставить лайк, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.